Кадры ночной съемки. Мужчина выходит из подъезда с велосипедом. В отделе полиции рассказывает, давно мечтал о таком, поэтому пройти мимо чужого имущества не смог. Взял велосипед, по-первых, уехал. Мечта хотела, да. Мечтали о таком велосипеде? Да, таких денег нет. В подъезд чужого дома зашли вместе с другом. Сейчас он проходит по делу как свидетель. Мужчина рассказывает, выпивали в компании, после проводили знакомую до квартиры. И если он вышел из подъезда и вызвал такси, то приятель решил не тратиться. С подъезда мы вместе вышли. А оглянулся, смотрю, у него в руках велосипед. Я спрашиваю, откуда у него велосипед? С этажа взял. Ей не надо, да я покатаюсь, я обратно назад. Все, я выхожу, такси вызвал, сел, уехал. Заявлением о краже в отдел полиции обратилась хозяйка велосипеда. Причиненный ущерб оценила в 8 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению преступлений, а именно гражданин 1983 года рождения. Похищенный велосипед был изъят. Мужчина задержанный дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса России, похитителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления. Полицейские рекомендуют гражданам внимательно относиться к сохранности своего имущества. Если вы стали жертвой преступления, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.